Летай, голубь, голубь, летай, голубь, голубь. 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 Мы хотим вступить в царство, где каждый уважает каждого. Здесь прямо противоположно. Никто не может жить, не эксплуатируя. А там прямо противоположная природа. Никто не в состоянии жить, не служа, не совершая служения, без жертвенности. Мы хотим обрести доступ на эту землю, вступить на эту землю. Быть частицей служения, служить друг другу. В духе служения. И, конечно, существует гармония. Не все равны. Не все равны. Каждый находится на своем месте. Идея о том, что все равны, приводит, в конце концов, к недифференцированному состоянию, самадхи. Если ты действительно хочешь обрести преданность, чистую преданность мне, пара-бхакти, высшую преданность, ты должен пройти стадию самадхи, вираджа брахмалока, величайшее начало. А за пределами этого, выше этого измерения, присутствует идея в мире служения, идея «Я слуга всех, все мои владыки, мои господа». Даже земля, по которой мы ступаем, также моя владычица, госпожа, и мы ступаем по ней почтительно, Вриндаван, Голока, Вайкунха. Они произносят этот мантру. «Я слуга, слуги, слуги, слуги». Произнося эту мантру, «Я буду ступать по земле только ради служения, в целях служения мне дадут возможность ступать по этой земле, по земле, которая выше меня. Благодаря служению я могу выжить. В противном случае, если я буду сидеть сложа руки, то я погибну без служения. Здесь без эксплуатации никто не может выжить. Человек или любое другое живое существо. Таково наше положение. Неэксплуатируемые не можем жить. Там прямо противоположно. Не служа невозможно жить. Измерение служения, служения и еще раз служения. Слуга, слуги, слуги. Чинтамани, бхуми чинтамани. Бхуми чинтамани. Хотя эта субстанция предстает в виде земли или почвы, но это сознательная субстанция, живая. Земля, на которую я ступаю, которая как будто бы неподвижна, сознательна. Я происхожу из Татаскалоки, а эта субстанция вечно сознательна, Вриндаван Голок, вечно сознательная субстанция. Я утратил свое сознание, я был без сознания, был где-то, и мне дали позволение прийти на эту землю, ступить на эту землю, землю сознательного духа, но мое единственное утешение, связь с высшим сознанием, единственное упование. Шанта дасья сакья вацаля мадура, Кришна сева. Это упование, утешение. Утешение в том, что все, с чем я буду соприкасаться, все реалии, будут изо всех сил пытаться помочь мне в сознании Кришны, в служении Кришне, в служении Ему. Шуда бхакти, чистая преданность, беспримесная преданность такой природы. Ясная жизнь, чистая жизнь, такого типа, такого рода.
преданность, самоотрицание, самоуничижение — основа, фундамент и искреннее желание служить Кришне и Его родным. Кришне и Его родным, Его близким, вновь пришедшие, которые ступают на эту землю, им всем говорят «добро пожаловать». Ради чего? Ради служения, самопредания, наш капитал. Шаранагати, основа шаранагати, искреннее стремление служить, быть нормальным, пытаться быть нормальным, выбраться из аномального состояния, избавиться от умственного расстройства, от болезни сердца, хридрогам. Все страдают от болезни сердца. Сердце хочет потреблять. Что бы оно ни находило, оно хочет потребить. Как глупый невежественный мальчик, все, что он находит на улице, он ест. Его тенденция такова, он тянет все в рот. Глупый ребенок. Иногда какое-то насекомое или даже испражнение, он готов и это положить в рот. Безумие, эксплуатация такой природы. Это беспомощное положение, в котором мы находимся в настоящее время. Безнадежное. И то, чего мы хотим достичь, это величайшая амбиция, величайшее амбициозное устремление, вершина. Тогда как то, где мы находимся сейчас, нечто противоположное, мы должны быть осторожны.